Тут у нас детские аттракционы. Еще не открыли, где-то планируют. При выходе с отеля. И один из самых больших плюсов отеля, то что выходишь и сразу на площадь Сохо. Вечером здесь очень красиво. Поснимаем вечером. Где-то в длину она около километра. Тут магазины, рестораны. Раньше в Сиере было 6 бесплатных ресторанов. Пока мы приехали, остался один. То, что я вам говорил. Куна Матата. Вот справа с выхода с отеля площадь Сохо. А если пойти влево, там тоже есть магазинчики. Вроде говорят, что дешевле. Мы вчера были, но вроде цены... Так, на фрукты смотрели. Вроде цены одинаковые. Сейчас мы будем идти по пути до пляжа. Будем еще другим путем идти. Там много ступенек, чтобы мы проехали с коляской. Будем проходить отель Совой. Тоже чуть позже снимем. И отель Royal Savoy. Прямая дорога к нашему хорошему пляжу. Пляж небольшой, но очень уютный. Места всегда есть на лежаках и в тени. Вообще, что можно сказать по отелю? Пока буду идти, расскажу. Отель очень зеленый, я уже говорил, очень чистый. Убирают хорошо. Стаканы, тарелки всегда чистые, быстро прибирают. Сервис, ну, обычно ты не замечаешь людей. То есть нет такого, как мы ездили в другие отели. Там все: здравствуйте, пожалуйста, до свидания. Здесь такого нет. То есть стараются не попадаться на глаза. По контингенту очень много иностранцев. Русских, украинцев. По кораллы здесь вообще шикарные. Чуть позже покажу. Есть видео. Вот отель Совой. Идет по правую сторону Совой. Часть тут Совой, часть внутри, и Royal Savoy. Люкс класса. Совой. Он напротив Совой. По ценам сравнивали с Риксосом на неделю. Риксос цена около 80 тысяч, а Royal Savoy 124 тысяч, то есть наполовину дороже, чем Риксус. Самый дорогой отель в Египте. Мы сейчас на территории Royal Savoy. Здесь у них мини-виллы идут с бассейном.
Здесь находится маленькая Royal Savoy. Пляж. Чуть правее идет Savoy. Большой тоже пляж. И правее наш идет Сьерры. Понтоны здесь маленькие. И тут, и там. Но море очень красивое. И пляжи очень чистые. Есть также бар. Там пиво, вино. Вода. Up the truth, I've been dressing up for you. Then you leave me in this room, this room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running? Ooh, oh. Family!